Привет, ребята, с вами Ультрас Азурлейн. Сегодняшней темой видео является обзор патча 2 сентября для англоязычных серверов. Так же получается, что этот патч будет таким разминочкой, потому что дальше у нас будет уже японская годовщина. Кстати, обращу внимание, стрим разработчиков по японской годовщине японского сервера будет 12 сентября. Предположительно, по нашему времени в 6 утра, что как бы не особо весело, и как я понимаю, он будет идти 12 часов. Ну, очень интересно, очень прикольно, но подробности будут дальше, ближе к самому событию. Так вот, нынешний патч, мини-игра Cup Ramen Konoyuzer. Короче говоря, со 2 сентября по 16 можно будет за мини-игру вытащить две лимитированные фурнитуры для дорма. Это Cup Ramen Bad Cup и Cup Ramen Enjoyer Table. Короче говоря, ничего серьезного, но 7 дней поиграть можете и получите фурнитуру в дорме. Скин, который, между прочим, донатный, с лапшой Саратоги, вот, пожалуйста, тоже до 16 числа, что называется, вы не доположь. Если вас такое заинтересовало, правда, у нее уже так много скинов, и... Ну, решать вам. Секретарский квест на Касабланку, она так долго ждала. Озвучка для ретрофита Ark Royal, она не могла говорить. Разумеется, закончился весь, вся эта тема с американским ивентом на Бремертон, все, не успели, не получили, карты, гача, все недоступно, скины недоступны, единственное, что можно будет, это, конечно же, ивентовый магазин еще докупить последнюю неделю, ивент за накопление, сыграть, забрать награду тоже по последнюю неделю, почему, спрашивается, и нет, и дальше большое количество системных оптимизаций, в дорм будет Навал Карри заменен на Манжука Прамен. Добавлены новые фильтры в доки, еще фильтры в доки, офигеть можно. Исправлен скилл Кино Демон Блейд. Исправлена ошибка, из-за которой флот переставал атаковать, как только подлодки не могут сражаться при использовании автоматического поиска. Такая проблема, кажется, была, видимо, это проблема с автобоем, хоть они и не уточнили. Исправлена проблема, из-за которой иногда невозможно приобрести расширение склада. И оптимизирован Чиби Харуны. В принципе, это все, что тут можно сказать. Тут уж, что называется, извините, видео выйдет коротким. Тем не менее, готовимся к японской годовщине 12 сентября в 6 часов вечера. Видимо, мне придется его стримить. Всего хорошего. Удачи, вступайте в Discord. Пока-пока.